Дети, пора сдавать домашнее задание. Хорошо. Что? Что произошло? О нет, все испорчено. Что же мне делать? Ого, только посмотрите. Идеально. О, хорошо. Мэтью, сдавай домашнюю работу. Да, сэр, уже несу. О, что же мне делать? Все хорошо, все в порядке. Я ее просто разглажу. Мэнди, сдавай домашнюю работу. Да, сэр. О, может, он не заметит? Вот, возьмите. Посмотрим, что с ней произошло. О, нет. Вот, забирай свои бумажки. Мне нужна еще салфетка. А? Больше нет. Минуточку. Ага, это гениальная идея. Мне нужна пустая втулка. А еще ножницы. Я разрежу втулку посередине. А теперь лучшая часть. Декор. Вот так. Футляр для домашней работы готов. Выглядит здорово. Но мне так кажется. Возьмите мою работу, сэр. Как раз вовремя. О, вы посмотрите. Очень симпатично. Спасибо, сэр. Фух, я тоже люблю наклейки. Вы полюбуйтесь. Идеальная работа. Молодец. Я поставлю 5 с плюсом. Ура! Спасибо, сэр. Пожалуйста, смотри, чтобы все твои работы попадали ко мне в такую. Да, все держится. Она не подозревает, что я здесь. У меня есть идея. Какая красота! Тихо и осторожно. Бу! Нет! Мои очки! Зачем ты это сделала? Опс! Я их достану. Еще чуть-чуть. Постой. Ты это видишь? Мне нужен твой телефон. Будет выглядеть круто. Вот так. Отлично. Ну как тебе? Ух ты! Так креативно! Погляди туда. Ты думаешь о том же, о чем и я? Книжка такая интересная. Мэдисон, зацени. У меня столько лайков. Впечатляет. Так завидно. Но я ей покажу. Куда она пошла? Эй, интересно, в чем дело? Чувствую себя глупо, но это будет эпично. Вау. Что она делает? Как вам эти движения? Смотреть стыдно. Мне надо больше лайков. Это должно сработать, верно? Пожалуйста, хватит. Признайся, это круто. Можно посмотреть? О, мой ролик уже завирусился. Все, оставь меня в покое. Я должна это увидеть. Не тронь. Ау. Ха, идеальное преступление. Посмотрим, сколько у нее лайков. 0? Реально? Эй, ты чего? Отдай. Мне нужны просмотры. Как это сделать? О, знаю. Возьму iPad и стакан. Включу клип с фейерверком и сниму через стекло. Готово. Погляди-ка. Вау, и правда круто. Давай сделаем что-нибудь вместе. Так намного веселее. Доброе утро. Пора завтракать. Чудесная густая овсянка. О, я это есть не буду. Даже не надейся. В ней столько полезного. Куда она убежала? А ну вернись. Каша остынет. Прекрати это. Не поймаешь, не поймаешь. Эй, я здесь. Что же ты? Ну все, хватит. Надень вот это. Футболка? Я в ловушке. Мне это не нравится. Какие вкусные комочки. Самолет летит. Ням-ням-ням. О-о-о.
Вот так. И почему я раньше не додумалась? Какую чудесную стрижку мне сделали в салоне. Что такое? Кругом грязные следы. О! Они ведут сюда? О, нет! Ванная! Есть тут кто? Грязь повсюду! Там что-то есть за занавеской. Не надо бояться. Ага! О, привет, мам! О, грязнуля! Погляди на себя! Шоколадки? О, а я уж думала это. Отдай мне шоколад. Но это мое. Давай сюда быстро. Это нечестно. Ты все это съела сама? Есть идея. Кладем шоколад в глубокую миску. Растопим его вот так. Теперь окунем в шоколад ложку. Добавим посыпку. Вуаля! Шоколадный десерт готов? У меня кое-что есть для тебя. О, вау! Держи. Обе для меня? Круто! Спасибо, мам! На здоровье, солнышко. Теперь нужно все здесь убрать. Это так скучно. Ладно, думаю, мы готовы начинать. Эй, изобразите интерес. Наша первая выпускница Шерил. Мои верные поклонники. Ты получаешь диплом только потому, что твой папа построил нам бассейн. Поздравляю. Зачем ты меня трогаешь? Мне это не нравится, я ухожу. Давайте поздравим Шерил. А теперь встречайте Элли. Скажите фотографу, чтобы снял меня с лучших ракурсов. Вот твой диплом. Да, я это сделала. Это точно. Время для селфи. О, мило. Все, уходи со сцены. И, наконец, Эсси. Я так рада. У-ху! Вот и бумажка. И все? Я обещал себе не плакать. Иди сюда. Ладно, соберись, Кевин. Ты это заслужила, Эсси. Вау, стипендия! Вау, да! Вперед, Эсси! Это лучший день в моей жизни! Я так рада тебя видеть! Доставка? Для меня? Окей! Розы? Спасибо! О боже, у меня есть тайный поклонник! Это так классно и романтично! Сними меня! Улыбку! Как я выгляжу? Готово! Ну, что ты думаешь? Могло бы быть лучше. Окей, попробуем снова. Я приму разные позы. У тебя талант. Теперь должно быть лучше. Нет, не то. Хорошо, в третий раз повезет. О, сделаю как в журнале. Ну, хватит. Довольно. Извини, но нет. Ты шутишь? Я тебе что, личный фотограф? Камера меня любит. Ну, как теперь? Нет. Так. Ну, ладно. Хватит. Дай мне эти цветы. А вот так нравится? Мэдисон. Извини. Как насчет фото? Оу. Дай мне кое-что попробовать. Это хорошее место. Окей, давай. Вот так, хорошо?
получилось! Ого! Какая крутая идея! Здорово! Спасибо, подруга! Денек. Так жарко. Нужно охладиться. Я включу кондиционер. Он не работает? Ага. Как же мне не везет. Я вся вспотела. Какая гадость. Мне нужно позвонить. Алло, мне нужна помощь. Здравствуйте. Привет, почините кондиционер. Конечно, сейчас. Минутку. Ох, да, нужны инструменты. Совсем об этом забыл. У вас проблемы? Нет, сейчас вернусь. Эй! Ага, то, что нужно. Эта банка подойдет. Конфеты отложим на потом. Возьмем ткань, намочим ее под краном. Пусть намокнет хорошенько. Думаю, достаточно. Теперь сложим и скрутим. И уберем в банку. Добавим еще несколько. Что? Мне очень жарко. Это трата времени. Дамочка, я профессионал. Я сейчас упаду в обморок. Поставим банку в морозильник и подождем. Думаю, достаточно. Теперь достанем. Пора освежиться. Дамочка. Немного странно. Вы еще тут? Возьмите. Какая глупость. Приложите колбу. О, приятное чувство. Я чувствую прохладу. Это стоит денег. Я сам. Столько хватит. На здоровье. Это моя работа. Пока. Только всего интересного. О, погляди на это. О, мы уже так долго ходим. Мне скучно. Вау, чудесно. Эй, Мэдисон. Отлично, ладно, идем. Окей. Погляди вот сюда. Что там? Это восхитительно. О, да, невероятно. Мне нужно сменить друзей. Это будет выглядеть классно. Все зависит от правильного ракурса. Сколько еще ты будешь снимать? Надеюсь, хорошо получилось. Ужасно. Может, я смогу помочь? Дай мне телефон. Нальем немного воды на землю. Достаточно. Теперь держим телефон над лужей и снимаем. Думаю, тебе понравится. Вау, ты настоящий профессионал. Да, неплохо. Пошли. Еще мазочек вот здесь. Я смог передать твою внутреннюю красоту, золотце чудесно. Привет, дорогой. Обними мамочку. Наконец-то мой шедевр готов. Дорогой, это твоя лучшая работа. Ей место в картинной галерее. Как думаешь, золотце? Нет? Ты предпочитаешь акварель? Прости, дорогой. Такой строгий критик. Упс. Ну вот. Что я наделал? Я так старался. Это очень печально. Вот так, золотце. Не переживай, дорогой. Картины всегда можно купить. Ой, ты права, ведь мы же богаты. Ого, погляди-ка. Золото, ты гений. Великолепно. Только посмотри, настоящий талант. Переход от черного к белому просто идеально. Вау. Восхитительно. Я потрясена. Вот так. Я сделала тебе вкусный полезный полдник. Нет, не хочу эту гадость. Хочу бургер. О, нет, тебе нельзя. Лучше здоровая пища. Вот, давай, попробуй. Увидишь, тебе понравится. Я сказала нет, хочу гамбургер. Но это мы еще посмотрим. Гляди, а вот и яблочко. Вот так. Открой ротик пошире и кусай. Ну же, солнышко, ты ведь любишь яблоки. Ладно, как насчет этого сладкого батончика? Оп!
Ух ты! Я люблю сладкие батончики. Ам! Он все ближе и ближе. Нет, я сказала никаких яблок. А, хорошо, попробуем вот так. Гляди-ка, Энни, кто это? Все верно, это мистер Мишка пришел в гости. Да-да, ну же, обними его покрепче. Прекрасно, она отвлеклась. Нужно действовать быстро. А? Нет, я это не хочу. Противные яблоки. А, у меня кончается терпение. Должен же быть какой-то способ. Она говорит, что хочет бургер. Есть идея. На этот раз она меня не перехитрит. Пора соорудить фруктовый гамбургер. Яблоко заменит булочку. Из киви выйдет зелень. Кусок персика вместо мяса и клубника с бананами для приправы. Можно даже сделать яблочную картошку фри. Дорогая, я сделала тебе бургер, как ты просила. Ух ты, целый бургер только для меня. И с жареной картошкой. Картошка фри моя любимая еда. Да, наконец-то. Вкуснятина, это лучший бургер в мире. Ах, моя дорогуша. А, это мой любимый попит. Обожаю бабочек. А, она совсем как маленький ангелочек. О, привет. Мы так давно не виделись. Как дела? Давай прогуляемся. Да, умница. Как думаешь, мы можем вот так всю землю обойти? У-у-у, гляди, куколка, бассейн. Так хочется поплавать. Вау, о, ты пить хочешь? Вот, давай. Пожалуйста, ну как, хорошо? О, нет, куда она делась? А, да вот же она. Не могу поверить, она успела так вырасти. Долли, мне это уже надоело. О, поглядите. Вон там есть мячик. О, какой хороший мячик. Супер. Оранжево-синий. Эй, мячик, вернись. Куда ты катишься? Я хочу поиграть. Воу, мячик. Гляди, какое высоченное дерево. Его верхушки даже не видно. Самое крутое дерево на свете. Эй, дерево, спорим, я тебя уроню? Просто шучу. Не могу оторваться от этой книги. А, минутку, куда она пропала? Где она? Нет, она исчезла. Ее нигде не видно. Это ее кукла, но она всегда ее носит с собой. Где же она? Извините, вы здесь не видели маленькую девочку? Она выглядит вот так, очень милая. О, простите, мы ее здесь ни разу не видели. Куда она могла пойти? О, мой телефон, алло? Да, да, о боже, спасибо огромное. О, где же она? О, мой ангел, моя дорогуша. Мамочка всюду тебя искала. Привет, мамочка. О, спасибо вам за то, что привели ее назад. Как вы меня нашли? О, ведь на ней этот браслет. Я просто набрала номер. Ну, конечно, я и забыла, что сделала браслет. Я взяла рыболовную леску и несколько бусинок, чуток сердечек для красоты и мой номер телефона. Затем ее имя и еще сердечки. Что ж, большое спасибо за то, что вернули мне Энни. Всего хорошего. Помаши своей спасительнице, Энни. Этот урок такой скучный. Эй, не отвлекайтесь, сегодня у нас тест по математике. Я считаю только деньги, ничего больше. Мне сейчас некогда. Надеюсь, я справлюсь. Всю ночь зубрила. Никаких разговоров в классе. Вот ваше задание. Поехали. У меня для этого есть специальные люди. О, крутая задачка. Такая красота. О, я сдала. Спасибо. И тебе спасибо за новую машину. Мне пора. Было трудно, но я справилась. Готово. Точно стоит потраченных денег. Эй, вы, учительница, можете забирать. Спасибо. Это пустая трата времени. Окей, я проверила ваши работы. Очень впечатляет, Эсси. О, 5+. Да, спасибо. Тройка? Как это понимать? Эй, я что, зря деньги плачу? Не знаю, что сказать. Такая досада. Привет, папочка, мне нужен новый ботон. Юху! Давайте сделаем групповой снимок. Селфи! Мы тут типа заняты. Я играю в игру. Ну же, ребята. Извините, подвиньтесь. Идем скорее. О, вот так хорошо. Эй, пошли. Что здесь творится? Улыбаемся. Все уместились.
Встаньте плотнее. Может, если я подвинусь сюда? Присядь. Я не поместилась. Мне надоело. Это просто смешно. Народ, в чем дело? Вернитесь, мне почти удалось. Вау, как ярко. О, я кое-что забыла. Оставлю зеркало здесь. Как раз то, что мне нужно. Одолжу ненадолго. Ребята, идите сюда. О, нет, опять. Держи вот это. Готовы? Улыбочку. Выглядит неплохо. О, приветик, дорогуша. Ма-ма. Золотце выглядит изумительно. Посиди-ка вот здесь. Пора навести красоту. Мне так это нужно. О, щекотно. Маникюр – это так приятно. Обожаю этот стиль, просто супер. Последняя парижская мода. О, ты выглядишь волшебно. Мамочка так тебя любит. Я круче всех. Ты это заслужил. Проверю, все ли в порядке. Душечка, здесь чуток не хватает. Обожаю свою работу. Чао. Мы как раз выходим из салона. Обед звучит чудесно. Золотце, милый, вернись. Куда он делся, золотце? О, нет! Золотце, вылезай оттуда. Ты испортишь свою укладку. Как противно. Я только сделала ногти. Иди сюда. Такой чудесный мех, он весь в грязи. Вот почему я поручаю такие дела прислуге. Почему так долго? Ну уже скорее, мои волосы смотрятся идеально. Это просто ужасно. Еда налипла на брекеты. Такую точно не повесишь на стенку. Вот почему надо чаще чистить зубы. Нужно, чтобы они сияли. Голливудская улыбка готова. Кому нужна эта фотосессия? Кого я обманываю? Я хочу выглядеть красиво. Обними меня. Мы знакомы? Окей. Я не люблю улыбаться. Вышел полный отстой. Спасибо. Мне это было нужно. Ты что, перепутала мой свитер с носовым платком? Серьезно? Как противно. Ты следующая. Заходи. Это просто фотография. А это идея. Эй, не тронь мою лапшу. Что? Да нет, мне ложка нужна. Спасибо. Зачем ей ложка? Ты всех ждать заставила. Почему у тебя ложка? Камера у тебя не дешевая, но ее нужно прокачать. Наденем несколько резинок на объектив. Теперь проденем в них ложку. Осторожнее, не повредите камеру. Разместим еще две ложки по краям объектива. Вот так. Все готово для фото крупным планом. Что? Это невероятно! Не забудь снять меня с лучшего ракурса. Какая хорошая лапша. Все отлично сработало. Вот, держи ложку. Ладно. Школа закончилась. Можно повеселиться. Лимонад и картошка фри. Вкусно. Газировка портит зубы. Какой кошмар. Тебе нужно есть здоровую пищу. Зачем это? Так надо. Вот тебе морковный сок. И скушай морковку. Морковку? Ну, мам, мне не нравится морковка. Ешь скорее. Я хочу жареную картошку. Но ведь овощи намного полезнее. Ну, ладно, тогда я съем. Минутку. Я кое-что придумала. Нальем внутрь морковный сок.
Заморозим. Теперь кладем полоски в упаковку из-под картошки. Готово! Золотко, ужин готов! Опять гадкие овощи, не хочу. Я сделала что-то особенное. Та-да! Картошка? Супер! Да чего вкусно! Она даже не заметила разницы. Что это было? Как я хорошо выспалась. Пора собираться. Нет воды. Как же мне умыться? По крайней мере, почищу зубы. Кому нужна зубная щетка? Чистый и пахнут мятой. Окей. Придется обойтись этим. Что бы мне надеть? Выглядит мило. Ну, ладно, сойдет. Нет, нет, эта яхта слишком мала. Пора вставать. О, ясно. Похоже, надо быть немного креативнее. Вау, я супер. Эй, проснись. У-ху. Придумала. Это ее точно разбудит. Золото. Какой чудесный сон. Отлично, как всегда. Это моя работа. Пока. Уже утро. Где телефон с номером визажиста? Алло, мне нужна помощь. Чем могу быть полезной? Мне нужно выглядеть хорошо. Сделай мне макияж. Это будет недешево. Деньги есть? Конечно. Бери. Серьезно? Ну уж нет. Мне все нужно делать самой? Как приятно помыть машину в выходной. Ух, жарко сегодня. Оу, привет. Пора втянуть живот. Тебе нужно было это видеть. Эй, смотри. Никто не может устоять перед моим трюком с волосами. Привет, дамы. Это такая шутка, да? Классика. Они смеются вместе со мной? Ведь так? О, нет. Вот всегда так. Ну ладно, вернемся к работе. Нужно, чтобы все блестело. Вот так, ни пятнышка. Отлично сделано. Я доволен результатом. Папа, я готова ехать в школу. Залезай, милая. Да, пап. Вперед. Давай сперва включим музыку. Люблю эту песню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, что ты делаешь? Упс, извини. Я только машину помыл. Но я ведь могу немного потанцевать. У-ху! Что я тебе сказал? Ничего, дыши глубже. Вспомни занятия йогой. Минуту, есть идея. Эта футболка поможет решить проблему. Надену ее на подголовник. И растяну вниз на всю поверхность кресла. Теперь можешь танцевать, милая. А, спасибо, папочка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отлично. Все чисто. Начали. Осторожно. Пора мне сменить напарника. Давай быстрее. Эй, ничего, местечко. Живее. Хорошо, что я приземлился на голову. Не больно. Наконец-то! Здесь нам на всю жизнь хватит! Хватай все, что можно унести. Какие чудесные цветы. Что ты делаешь? Ну, она такая мягкая. Нам ценности нужны. Ну да, босс. Вот тут еще золото. Скорее берем, что подороже.
Серьезно? Знание — это тоже ценность. Ты это видишь? Что это такое? Не знаю, но мне страшно. Обними меня. Уходим отсюда. Скорее. Что здесь творится? Ты в порядке, золотце? О, нет. Какой беспорядок! Что тут случилось? О, золотце, вот и ты! Мой милый щеночек, ты окей? Я так волновалась. Почему окно открыто? Тише! Брам! Брам! Посмотрим. Я все его игрушки упаковала. О, не забыть бы его шляпу. И мою книгу. И салфетки на случай, если он испачкается. О, уже полная. Ну уже давайте. Вы уместитесь. Отлично. И что теперь? С чем это он там играет? Ха-ха! Эй, мамочка, это мое! Хорошо, достану из контейнера игрушку. А теперь можно наполнить его салфетками. Контейнер маленький, но салфетки удобно складываются. Вот так. Этого должно хватить. И в сумке осталось свободное место. Эй, мам! Гляди, как я могу. У меня лицо из чипсов. Да, это очень умно. Молодец. Только погоди минутку, я достану салфетки. Давно у меня не было таких хороших идей. Чудесно. Мама просто хочет вытереть твое личико. Готово. Теперь ты опять чистый и красивый. Ах, какой чудесный вечер. Оу, надо же! Солнышко, гляди, утки! Мам, я из-за тебя облился! О, боже! Что ж, не волнуйся, я все исправлю. Видишь, у меня остались салфетки. Вот так. Я все потерла. Твоя футболка как новая. Чем пить газировку, съешь лучше это яблоко. Брум! Биби, берегись! Дорогу! Дина, грузовик тебя поймал! Солнышко, что ты там делаешь? Милый? А, милый, мама с тобой разговаривает. О, твои ручки все в грязи. И опять на помощь придут салфетки. Вот, давай вытрем ручки. Придется тереть как следует. Прекрасно, руки снова чистые. Вау, спасибо, мам, ты лучшая. Потрясающе. Идеальный день. А? Что она делает? Пойдем купаться. Нет. Ладно, постой. Можно нам искупаться? Ну можно, будет весело. Мы столько рыбок увидим. Нет, нельзя. У меня идея. Пора за работу. Вот хорошее место. Приступим. Тяжело, но мы справимся. Пока все по плану. Думаю, хватит. Давай застелим клеенкой. Не валяй дурака. Придавим к песку. Вот так, растягивай. Думаю, готово. Ого, супер. Пойдем за водой. Смотри, сколько воды. У нас получился наш собственный бассейн. Юху! Устраивайся поудобней. Эй, лови! Нет! Стоп! Что они делают? Дети, ха! Тут и дети. Сегодня мы рисуем солнце. Да, мисс, скорее бы. Что? О, нет. Я принесла не тот пенал. Ну вот, тут только фломастер. Ну, я все равно могу нарисовать круг. Дурацкий круг. Думала, у тебя вот так просто получится. Какая ты глупая. Где мой особый инструмент?
Ага, мой бесценный циркуль и любимый карандаш. Идеальная пара. Смотри. Видишь? Идеальный круг. Ого, потрясающе. Можно одолжить? Мою прелесть? Ну нет. О, так нечестно, я тоже хочу ровный круг. Что же мне делать? Если взять это, и потом еще это, и совсем немного того... Эврика, знаю, рука. Рука может быть вместо циркуля. Гениально. Я положу руку на бумагу и возьму фломастер. Затем я начну поворачивать бумагу. Рука должна быть плотно прижата. Вот так, работает. Да, идеальный круг. Да, и последние штрихи для моего солнышка. Время почти вышло. Еще парочка линий здесь и здесь. Время вышло. Покажите ваши рисунки. Да, мисс. Та-дам! Прямо как у вас, мисс. Готово. Оба рисунка хороши, но у нас есть победитель. Молодец, Мэнди. А? Как ты? Ура! Спасибо, мисс. Мне нужно много кофе. Доброе утро, мама. Что ты хочешь на завтрак? Простись, простись, простись. Ладно. Вот, пожалуйста. Сейчас принесу тебе миску. Чистых не осталось. Надо купить посудомоечную машину. Может, эта ложка подойдет? Нет. Фу. Что же делать? Может быть, если... Ага, есть одна идея. Надрежем здесь, потом вот тут. Мам, еще немного. Вот так. А теперь молоко. Удобная чистая миска. Держи, лапочка. Ух ты! Спасибо, мамочка. Огромная миска хлопьев только для меня. Эй, золотце, кто лучший щенок на свете? Ты, конечно же. У меня кое-что есть для тебя. Все самое лучшее моей собачке. Угощайся. А? Похоже, ты проголодался. А! Что такое? Как ты тут оказался? Ты меня изрядно напугал. Хорошо, вот тебе добавка. Еще? Пожалуйста. Оу, золотце, не забывай жевать свою еду. Дорогой, я готова. На что это я наступила? Раньше здесь этого не было. Откуда тут запах какашек? О, как противно! А? Здесь еще? Они ведут туда. Нужно проследить. Как мерзко пахнет. Запах усилился. О! Надо от этого избавиться. Золотце нужно приучить к туалету. Минутку. Это здорово смотрится. Подруги в спа умрут от зависти. Вот так, золотце. Бон аппетит. Мамочке нужно еще золотых колечек. Просто волшебно. Но надо что-то сделать с запахом. Кыш, кыш, убирайтесь. Нужно попрыскать тебя репеллентом. Нет, он противный. Куда ты пошел? О, ну что ж, я пыталась. На-на-на, не поймаешь. Это хорошее место, чтобы съесть конфетку. Какая интересная книга. Вкусно. О, нет. Отстаньте, мама. Не трогайте меня. Это что, Лем? Нет, наверное, показалось. Помогите! Получайте! А-а-а, они не шутят! Помоги мне, мамочка! На меня напали комары! Они такие злые! Не бойся, милый, я знаю, что делать. Достаточно нескольких капель. Нанесу их на твои запястья. Это отпугнет комаров.
Больше они тебя не потревожат. Вот так, поцелуй меня. О, уж лучше буду с комарами тусоваться. Я вернулся. Ну, держитесь. Ха-ха, получайте. Еще есть работа. Намного лучше. Остались только полы. Что? Столько волос? Как противно. Меня сейчас тошнит. Новая заправка такая вкусная. А-а-а! Как это сюда попало? Мне расхотелось есть. А-а-а! Постойте. Этого не может быть. Откуда взялись еще волосы? Как будто в доме линяющее животное. Это вообще кончится? Похоже, источник здесь. Комната Энни? Ну, сейчас разберемся. Эта история с волосами подходит к концу. Энни? Что? Не хочу в это верить. Это моя Энни. Все волосы от нее. Энни! Твои волосы валяются по всему дому. О! Видишь? Мам, с тобой все нормально? Это я тебя хотела спросить. Твои волосы повсюду. Они застревают в щетке. Как мне их оттуда достать? Знаешь, я думаю, есть одна хитрость. Что это там? Расческа? Используем ее, чтобы собрать волосы. Все легко вычищается, видишь? Вау, как здорово! Ты ничего не забыла? Теперь совсем другое дело. Но я же у тебя супер-мама. Такая красивая. Вот твои конфеты, милая. Ты, тебе не нужно перед выходом в туалет? Нет. Поехали. Ладно, ладно, держись. Бью! Это так весело. У-ху! А, отдых на природе. Не уходи далеко, солнышко. Ух, как красиво! Я это хочу! А, достала! О, пахнет хорошо! Упс! Мне нужно пипи! Папа! Папочка! У нас проблема! Так и знал! Хорошо, идем со мной! Быстрее! Тут должен быть куст или что-то вроде того! Ага, идеально! Заодно можно насладиться природой. Ну уж нет. Ладно, дай мне подумать. О, есть идея, за мной. Где же она? Папочка! Вот, пожалуйста. Ты шутишь? Нет! Думай, парень, это серьезно. Вот что может пригодиться. Придумал, сейчас. Поставлю ведро в багажник. А из крышки выйдет туалетное сиденье. Ваш трон готов. Как раз вовремя. Повешу это одеяло, чтобы тебя не было видно. Типичный день из жизни папы. Оу! Эй! Можно побыстрее? Ла-ла-ла-ла-ла! Эйва! Пора спать, золотко. Вот твой мишка. Спасибо, папочка. Сладких снов, Эйва. Я к тебе зайду утром. Постой. Так темно. Мне это не нравится. А-а-а! Папочка! Ну вот, баланс нарушен. Уже иду, милая. В чем дело? Кому тут надавать? В смысле, все в порядке? Было так темно, а потом гроза. Эй, все нормально, не бойся. Все хорошо. Я с тобой. Как насчет сказки на ночь? Закрывай глазки. Жили-были однажды. Уже уснула. Не уходи. О, я здесь. Тихо, спокойно. Папочка! Так намного лучше. Да что ж такое? Кажется, придумал. Эта резиновая перчатка должна помочь. Положим перчатку в стакан.
отогнем края. Теперь наполним другой стакан рисом и высыпем рис в перчатку. Достаем перчатку из стакана и завяжем ее вот так. Думаю, это сработает. Положу ее на руку Эйвы. Да! Теперь я смогу выбраться. Ау! Мой палец! Ни звука! Вау! У меня получатся такие локоны? Есть лишь один способ выяснить. Раз, два, три, четыре. Все еще супер прямые. Попробую все пряди сразу. Раз, два, три, четыре. Ладно. Просто закреплю резинкой. Это должно сработать. И косички тоже подойдут. Надеюсь, будут крепко держаться. Не так мило, но сойдет. Мне никогда не сделать гламурную прическу. Почему ты плачешь, Энни? Я хочу быть такой, как она. Я не очень силен в завивке, но думаю, смогу кое-что сделать. Сперва нужно разгладить волосы. А теперь загибаем туда и сюда. Опс! Ау, пап! О, нет! Не бойся, они отрастут. Минутку, есть идея. Сперва попрыскаем прядь водой. А затем используем ручку щетки как бигуди. Вот так, до самого верха. О, привет, локоны! Ух ты! Кому нужны горячие щипцы для завивки? Так волосы будут целее. Спасибо, пап! Хорошо, что я додумался. Какое облегчение! Мой парк! Ничего себе! Круто! Оу! Привет! Эйва! Смотри, как я высоко! А ну, слезай оттуда немедленно! Не-а! Она вечно не слушается. О, Эйва! Мистер Бананас, я иду! Ау! У меня заноза! Вот почему нельзя лазать по деревьям. У каждой хорошей мамы есть пара-тройка хитростей. Нет пинцета? Без проблем. Вот так. Еще немного. Готово. Видишь? Ты просто волшебница, мам. Спасибо. Пока. Эй, Эйва. Не знала, что выбрать. Здесь столько всего. Ну, папочка, я хочу единорога. Эй, сюда. Сейчас будет готово. Советую поторопиться. Вот ваш заказ. Приятного аппетита. Почему я должна сидеть рядом с ней? Что она тут делает? Официантка? Спасибо. Здесь все так бедно. О, идеально. Ваш заказ, мэм. У меня высокие вкусы. Блаженство. Это точно не для всех. Что? Эй, ты сюда. Ваши деньги, мэм. Как вкусно. Что? Глазам не верю. О, золото. Чудесно. Они обе просто смешные. Так есть хочется. Нужно срочно перекусить. Но чем? Выбор небольшой. О, идея. Мне идет этот цвет. Охота начинается. Ага. Вкусные и сочные. Это будет фастфуд. Проще простого. Какая прелесть! Люблю пауков. Что? О, точно, я про них и забыла. Мне нужно сменить работу. Посмотрим, куда бы их? О, ничего себе, столько ножей! Так совсем не годится. Что если моя малышка сюда зайдет? Она может пораниться кухонными приборами. О, нет, этого нельзя допустить.
Нужно положить все это туда, где она не найдет. О, так гораздо лучше. Теперь она будет в безопасности. Хорошо, подберу вот эти игрушки. Секунду. Угол стола такой острый. Чуть ли не хуже, чем те ножи. Она может его задеть. О, нет. Только не ее милые коленочки. Не хочу, чтобы она ушиблась и расплакалась. О, нет-нет-нет уж. Только не это. Я не потерплю смертельную ловушку в доме. Вот так. Подушки смягчат все углы. Больше никаких острых выступов. Проблема решена. Хм-хм. Не забудем запереть дверь. А! Постойте. Розетки. Электрические розетки. Нет, чем она занята? Это опасно. Нет-нет-нет-нет. Моя деточка, остановись сейчас же. Никогда не сунь ничего в розетку. О, в каком ты виде. Грязнуля. Сейчас попробую тебя очистить. А, что же мне с тобой делать? Хм, эй, погодите-ка. Крышка от салфеток может помочь. Да, именно то, что нужно. Надо лишь внести парочку изменений. Вот, хорошо, снимем крышку. И прикрепим ее поверх розетки. Отлично подходит. Так ее любопытные пальчики не попадут внутрь. Окей, веди себя хорошо. Мамочка скоро вернется. Чуть не забыла. Утюг! Так я никогда не выйду из дома.